приехали в Крабби Таун, я вам покажу интересные моменты, которые мы здесь увидим. Вот, например, везде можно увидеть изображение короля и королевы. Вот здесь старый король или новый король. Ну, а мы отправляемся дальше в путь. Мы подошли к очень интересному месту. Обратите внимание, тут такой перекресток и очень забавные светофоры стоят. Первобытные человеки держат в руках по два светофора. Вот их здесь четыре. И они практически на каждом перекрестке стоят. Вот такой интересный перекресток. Мы зашли на рынок. И вот такое видели джетфрукт. Просто огромных размеров. Посмотрите, какой классный. Такой большой мы видим первый раз. Столовка здесь. Можно купить супчик. Четыре вида супчика. Всякая рыбка тут. Салатики. Есть креветки, мясо, бобы. Стоит 35-40 бат. Одно блюдо. Если вы на две персоны, то это будет стоить 50 бат. Ну и здесь вы можете поесть. На таких горелочках готовят. Все чистенько, цивильно. Мы договорились насчет лодочки. Сейчас поедем кататься. Мы тут встретили такого чела. Первоначальная цена была 450 бат. Торговались за 250 бат. Сейчас едем кататься. Да, 250 бат на человека, не на всех. Памятник тут орлам стоит. Очень интересная инсталляция. Мы отправляемся в путешествие. В лодке мы одни. Сейчас прилив, поэтому говорят, что пока прилив, лучше кататься. Поедем смотреть. Две горы и мангровые рощи. Одна плохая, а еще одна подруга. Да, но, к сожалению, мы ждали нашу подругу из Омска, которая все едет и едет, и к нам никак не приедет. Но мы надеемся, что у нее все получится. И мы встретимся наконец. Прибыли мы в такой заповедник. 30 бат вход. Тетечка нас уже встречает тут. Hello. Ну так похоже, как на рейли. Такие какие. Bedcap. Кто там? А, это летучие мыши. Здесь много летучих мышей. Вон они пищат уже вовсю. Не знаю. Полезла я. Не знаю, съедят меня тут или нет. Обкакают. Ну, интересно посмотреть. Я внутри пещеры. Не знаю, что получится на видео. Ой, мама, они тут летают. Ужас. В общем, я пошла отсюда, потому что мне что-то не очень хочется, чтобы мне на голову сели. Они прям летают там.
здесь обнаружены человеческие останки. Там какие-то даже денежки у него есть. 43 тысячи лет назад. Скелетон. Вот такая его участь. Лежит тут под скалами. Много всяких лесен. Да. Ну так. Что там? Древние сокровища идем смотреть. Давай обнимем. Пещера. Красивая. Ничего себе. Туда надо лезть. О, не. Туда мы не полезем. Very interesting, but we... Yes. Original. Original step. Walk around there. This one for the company. Драгоценные камни. Откуда они брались? Yes, inside. Have many rocks. You can see. That rock. Еще все. Нашли такие в пещерах раскопки. Тут посуда всякая и находили драгоценности разные. Такая красота. Показано, как жили первобытные люди. Вот это находили раскопки, посуда. Вот первобытный человек изображен. Есть наскальные рисунки. Трафик. Часть трафик. In center. Where? In center. Yeah. Дались во время войны. А, это... Yeah, that's right. Угу. Это японские войска. 1945-1945. Inside already? Вот такие народ тут соорудил скульптурки всякие. Ну это от сырости. Вонь стоит, кошмар. Ну и выходим из этой пещерки. Обратно в пути. Ой, ну чё себе, дерутся. Иди быстрее, смотри. Всё уже. Оп, печаль, бери. Мы приехали на ферму, где разводят рыбу. Вот такие садки. Рыба разная, маленькая и большая. Нотшар. О, какая здоровая, смотри. Кобия. Не, about 7 kilo. They live in sea or on the river? From the sea. Sea? From the sea. Это тайский тунец. Это тайкуна. О, какой огромный. Тунец? Yes. Это крабы. Back crab. Big. For the cooking. And they form the mango, yeah. Nice. And oh. Давай. Чё, пошли? How old? How old?
Huh? How old it is? 10 years. Huh? 10 years. 5 years. Well, one year. 1 year. Yeah. Big. Mm-hmm. Yeah. Пошли. Знаменитый краб с крабиком. Есть табличка, где написаны стихи о том, что надо почитать родителей. Они вот отсюда открываются. Такой великолепный вид. Наклон. Очень красивые горы. Достопримечательности Краби Таун представлены многочисленными памятниками. Кроме того, он может похвастать религиозным архитектурным строением Ват Кайов Карварам. Отличительностью и особенностью храма является его отделка абсолютно белого цвета. Создание храма Краби Ват Кайов началось в 1887 году. Изначально это были жилища для монаха. Дело в том, что в то время один из монахов привез из Пхукета и вырастил 2 дерева. Посадил он их с целью вылечить малярию и лихорадку у людей и в частности монахов.